Всем привет, дорогие... Вытащил все из горла. Все, давай. Это все под запись пойдет, я даже не буду вырезать. Ну ладно, пусть все знают. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк данному видео, подписывайся на канал и напиши комментарий со своим ником. Более подробная инфа в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер. Сегодня у нас здесь, ребята, происходит битва артиллерии, магну, как она называется. Будем, короче, мы дуэлиться и производить такую битву с Алексеем. Лёшка Биг Танк, поздоровайся. Всем привет, друзья! Вот, потому что, ребят, только что пушка у нас вышла, мы здесь уже начинаем жестко-жестко с ней угорать, то есть она ведет себя просто офигительно. Выдали, ребята, ее только лишь ютуберам, вот, и я надеюсь, вы уже в первом ролике это от меня услышали, но тем не менее, кто не услышал, вам говорю. Она сейчас пока есть только ютуберов, но в дальнейшем она появится у нас на основных серверах. Так что у нас сейчас будет дуэлечка, давай, наверное, Леха, начинаем, давай на счет 3, короче, делет и начинаем битву. Да, давай делетимся и на счет 3. Ну, короче, все, гоу. Да, давай. Раз. Да, ты долетнулся. Я понял, блин. Ну, короче, давай. Да, я долетнулся. Это просто неадекватная дуэлька, я уже чувствую будет. Потому что мы пока начинали, такой пипец происходил вообще с нашими танками. Мы на ВАСПе, как и на артиллерии. Ну все, гоу, да? Да, да, давай, гоу. Звезда. Так, короче, давай пока. Стоп, давай пока не атаковать, а жестко отстреливаться, стой, с базы. Проверим, как мы вообще сможем это все сделать. А потом. Пойдем уже в атаку. Давай, давай, давай. А я так, в принципе, и хотел. Нет, песос летит большой. Нет! И убегает такой. А ты где? Я не знаю, а ты где? Ты меня видишь? Я нет, я тебя не вижу. Это хорошо. Да шучу, вижу. Нет, это плохо. Во! Нормально, да, так прилетело, а? Не, не нормально, вообще, фу, плохо. Да ёпар, если ты. Ты офигел? Еще у меня прям на глазах понял, ДДшку с юзнул. Да, есть такое. Так, Вадимка, ну получай ты, что ты. Я вообще, ребята, вот прямо сейчас обучаюсь играть. Особо не катал, только один видосик запилил, так что ставьте лайки и поддерживайте нас. На тебя, просто подъехал. Сорян, кстати, ребята, тоже за мое такое молчание, просто записываем и для моего, для Лёшки на канала, так, на скидочку, так что думаю, если кому интересно, можете посмотреть от Лёшкиного лица, как это все у нас там происходило. Просто карабина, не попасть в упор, боже мой. Я вообще просто не представляю, что я вообще делаю. Я не знаю, как непонятный какой-то жук играю. Ты просто как жучара непонятно играешь. Да-да-да. О, это чё? Это было, да, согласись, это было красиво. Это было странно, как минимум. Нет, это было вообще замечательно. Ах ты. Ах ты мелкая жучара, ну-ка иди сюда. А! Ну какие мины? У меня ноль мин. А ты чё хотел? А ты чё хотел? Короче. Боже мой, ребят, сорян вас. Да, сорян, вот тут уже вся карта в черных дырках. В черные дырочки это вообще мала. Чё? Блин, ты понимаешь? Да, но я тебя убил, но понимаешь, из-за этого у меня килл-то меня не засчитали. То есть ты сейчас у нас выигрываешь. Это на самом деле не есть хорошо. Нет, это хорошо, Вадим. Нет, это не есть хорошо. Эй, а как я так к тебе не попал? Бах! Слышь? У меня, короче, полное количество хп практически офнулись. Ай, это вообще жесть. Блин, я забываю, короче, контролить эти аптеки. Да ёпта! Ой, блин. Я не знаю, смотри, вот у тебя складывается такое ощущение, что мы сейчас вообще практически игру не комментируем, мы сейчас чисто катаемся. Мы просто, ребята, реально, я не знаю, я вот не чувствую пока что корпус и пушку, и я вот сам узнаю для себя что-то новое, пока играю, и сосредотачиваюсь больше на игре, Вадим также, я думаю, и... Ты понимаешь, насколько сейчас... Это просто жесть. Я сейчас на шару настолько стрельнул на шару, что ты не представляешь, какая сейчас шаровская шара была. Я даже не знаю, что я сейчас только что сказал, но это было довольно-таки эпично.
Такие, знаешь, обменялись такими писюлечками. Боже мой. Это вообще какое-то неадекватство. Ребят, просто лайкос за понятную фигню. Вот это просто, ребят, в натуре рубрика, я не знаю, видосик получается очень и очень крайне. Это уже даже рубрика получится. Да-да, это даже рубрика. Так, я валю, короче. Я тоже, короче, валю. Я не знаю, вот мы тут, короче, прицеливаемся, тут что-то делаем. Впервые... О, я тебя только что надамажил. Да-да, я понял, что ты меня только что надамажил. И ты тоже стрелял и убежал? Да. Я тоже. Короче, самая идеальная тактика — это ездить, то так и стрелять, сука. Я больше ничего не могу. Ну, чё, прикол, мы, короче, с тобой катаемся, я от тебя, ты от меня. Что это вообще такое? Ай, ты мне попал, блин! Я знаю, что я в тебя попал. Ну хоть когда-то мне в тебя нужно же попасть. Иди ты нафиг! Блин! Ты нафиг? Я, кстати, тебе нормально, да, ты КХП снес? Фу, я тебе тоже попал, я думал, не попаду реально. Капец. Да, ты меня попал, то есть. Мы обменялись такими плюшками, не хилами. Так непривычно, что у тебя башня не поворачивается. Блин! Не успел вниз опустить, не успел опустить. Я встал сильно. Прицел. Ну знаешь, когда стоит, это тоже очень хорошо. То есть без этого вообще никуда. Слушай, что-то мне эта пушка напоминает. Я не знаю, где-то утром я видел это подобная вещь. Угу. Тебе не кажется? Да, да, или... тоже так кажется. На тебе. Ёпары, стоит на нулях практически. Да, как тебе откинул? Да. Тебя откинуло вообще жесть. Неплохо таки сильно откинуло меня. Прям очень неплохо. Да ёпта! Это вообще просто жесть, ребят, какая-то. Вы сейчас думаете, наверное, что мы сейчас играем как полные раки, но, ребята, когда она выйдет на основные сервера, вы просто сами посмотрите, на своей шкуре это все испытаете, это просто жесть. Да, потому что, ну так неудобно, вот обычно, что у тебя башня не вертится, ничего не поворачивается, как-то все странно. Вот меня Вадим как-то перевернул в начале ролика, вы видели, да? И это какой-то пипец, я ничего не смог сделать, я не смог ни обратно перевернуться, потому что в бок я не могу повернуть. Я получил, мне остается просто валяться и надеяться, что либо меня перевернут, либо блед. Да, да. Это, кстати, да. Давай, кстати, я кину голдик, и мы с тобой попытаемся его взять еще. Это, конечно, жестко очень будет, но давай. Два краба такие. Ох ты, ё-моё! Ты чуть не перевернул, да? Да! Вот так вот, именно ты меня попал туда, я чуть... Кстати, голд напротив тебя, да, вот. Да, да, я вижу. Ты понимаешь, что у него дача вообще адовая? Не биться на голде, ты как понимаешь? Да. Ну, типа, ну, в смысле... Не биться до голда, а потом на голде уже можно будет. А, ну у меня же КД, правда, будет. Да, о, ну это хорошо, Вадим. Нет, это вообще не хорошо. Это прям не есть заргут. Так, ну, тогда ладно. Да, тогда ладно, серьезно? Когда у меня, то есть, не было ни брони, ничего. Такой, ну тогда ладно. Нормально. Ладно, я тебе отдаю флот по-братски, флот. Все, забирай. Пошутил. Ну ладно, забирай. Ладно. Только не бей меня, вот чисто по-братски, но не бьёт он меня. О, у тебя килл отнялся, это на самом деле очень хорошо, и мне играет очень большую на руку. Блин, 7-6, по сути, тут даже, я не знаю, какую-то и дуэльку особую не назовешь, потому что мы, по идее, сейчас в большей степени тестируем это все дело. Да. Да ёпта. Я же вообще профессионально. Да нихера себе, слышь, чё? Я сам не ожидал от тебя. Вот это сейчас было очень неплохо. Это было мощно, дорогого. Это понял? Отлично. Как ты стоял на центре, я тебя, получается, стрельнул через башню. О. Блин, сам себя уже начал. Нет, это я в тебя стрельнул. Да? Да. Валим. Run. Блин, вообще... знаешь, мне что хочется сделать? Мне хочется повернуть пушкой. Да? Мне да. Это уже хочется. Я, то есть, хочу башней повернуть. Я как инвалид сейчас. Я, ребят, на натуре просто как инвалид очень жесткий. Вот что я сейчас сделал? Мне 8-6. Короче, ребята, остается 2 минуты. Ну, это такая дружеская у нас, дружеский поединок. Поэтому мы сами играем впервые, можно так сказать. Уже это, для меня это только вторая битва для этого всего дела. Я не знаю, как вообще, как что куда нажимать. О, ставим мину и уезжаем. Ну, у меня, кстати, эта битва не вторая, но... я вам, ребята, так скажу, научиться на ней я играть не научился. Серьезно, прям от души. Не научился. Да, прям. Я вообще на ней практически не научился еще играть. Убегает. Ох ты, неплохо, неплохо. Да, да, да. Да, неплохо, неплохо. Опять неплохо. Ты знаешь, что ты меня не попадаешь? Да я понял уже. Есть. Да ты задолбал.
Я не знаю. Я, короче, профессионал. Я что-то как-то нет. Ну ты охренел вообще! Ты как попадаешь в меня? Я не знаю. Братан, я честно не знаю, короче, я не знаю, что со мной случилось. Я, короче, стал очень бешеным скилловиком. Есть. Блин, меня убили. Я вообще последний раз как-то уже разучился. Разумел. Это знаешь, как забыл, как играть вообще. Зашел в танки и забыл, как играть. Блин, мне сейчас настолько страшно, что ты даже не представляешь мне, насколько страшно. Ай, пошел ты нахрен. Это что сейчас было? Пошел ты нахрен. Да блин, я поднял. Вот не надо очень сильно понимать, понимаешь, что... Да блин. Я, короче, валю нахрен. Ты в натуре разумел, что ли, играть? Я разучился играть, я вообще не знаю, что это нажимать. Хороший комментирует. Да блин. Да блин. Я не мог сосредоточиться, у меня когда бомбит, я не знаю, что говорю. Дайте по-братски. Ох, ты пищун такой. Все, я научился, ребят, все нормально, продолжаем. Ну, кстати, УП у нас у обоих просто вообще топовые. Я советую тебе не нажимать на таб. Я уже понял. Ах, ты пищун мелкий, взял и убежал от меня. Ой. Ага. Охренеть! Что это сейчас было? Охренеть! О, ну все, короче, походу моя победа. Да, я да. Тебя перевернул. Вот реально, те, кто прыгают наверх башни, да, то есть на тебя, то они сразу жестко минусуются, я так понимаю, особенно если это легкий корпус, да? Да, и да, кстати. И это большое преимущество для тех, кто играет на этой пушке. И победа 9-7. Ну неплохо, неплохо, так хорошо. Вообще прям неплохо. Ну слушай, пушка очень веселая. То есть, я думаю, по геймплею она тоже будет довольно-таки охерительная. То есть, я, ребята, кстати, буду ее также качать, на МПКшить. Да, я точно так же буду качать. И, ребят, ну не знаю, если этот выпуск получился такой больше на эмоциях, мы больше там, вот это, ой, блин, там попал, не попал. И все, чисто комментарии было по минималочке. Да. Ну я тоже, ребят, думаю, вам выпуск понравился, потому что, я не знаю, получилось крайне весело, крайне позитивно, и я думаю, вы оцените его лайкосиком, также подписочкой на наш канал. Ну, думаю, будем прощаться, с вами был Лёшка и Вайдер, всем пока-пока. Всем пока.